Тщеславие спекнулся в танка. Какой сум? Там трэш бьют. Вот, танчи. Либо командира вытягивай, либо акмопись вытягивай. Седли будет танчить свет. Тщеславие, дерни командира, я подержу трэш. Чем могу помочь? Что там, командира убили? Алло. Ну, заходи, Винс, посмотришь. Да я лечу. Ну, я еще трэш. Справа рыба. Да, ластерю его, ДПС. Формун кота принимает ДПС. Ты берсо. Гарите,
Мне за каким танком следить, жрецу не. Ну пусть Хант оттуда съебется, я тогда поведу его по центру. Балтар не оставляет живых. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу начинать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. В мире хватает героев и бес. Тебя. Вдвое сильнее страдание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как мы лови? Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. МДК. Ну, ДК сдох в мелизоне, и древо стоял прилететь. Да, слава, спиной я силы стояла. Были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью.
Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Вы бахните хантам кулак, нет? Опоздали. Рубиновое святилище пало. Кто ролик не на СВСП, в котором сейчас идет, пишите об этом в РК.
Вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Все правильно, прям под морду неси, молодец. Почему вы всегда туда несете? Я просто понять не могу. Косоглазие, что ли, какое? Метка несется, вот так, как ты сейчас вынес. Во время каста лез. Первая, вторая приготовились на выход. Уходим, первая, вторая. Самоклейка Рос или Элим, вторая пати. Вторая пати Элим, да, шаман Рос. Рост во тьме, дайте, алло. Я прослушал. Awesome.
ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне! Да, захожу. Слава, еще вытерев? Это Бека Оффман, это четвертый пати. Не, подожди, наверное, Тону кикнуть, а что получила ЕП, но это тайна. Я думал, так. Нет, по-моему, со сляти написал ему на этого перса. 500 цань. Члена другой группы. Да-да. Ну никто не написал, не сказал в РК ни о чем это. Знаешь, если для этого двух человек не хватает, один из них Трисси. То есть одного. Слав, я или мы пойду? Ика.
Голубика. Это честь для меня. Да и блин, я только шамана вообще восстановила. Я психанула, короче, после этого всего. Вообще клиент удалила, он у меня там сломался. Думала, все, я больше не буду играть. Вот. Короче, в итоге все скачала, опять восстановила шамана, он у меня полностью голый был. Там какие-то, блин, вещи нашла в сумке. Короче, теперь один, там сборная солянка просто. Ты ж мод мой не видел. Блин, я боюсь за себя, честно, за хил. На престе нету, вершенность. Не-а. Ну чё, кто из хилов нужен? Да, сейчас зайду. Могу мага пойти, но не в гильдии. Молча пища. Зарплата. Thank you.
Алексика, Сосамон, пожалуйста. Если можно. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Не сейчас. Я пока не могу использовать твою способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать твою способность. Ты ко мне или я к тебе? Я понял. Thank you.
батареи. Каноб могу зайти хилом. Затем. Заставляну болтыка. Надо подождать. Горите в огне, хозяин! Ну не батька. Да не бери эти говномесы. Мне чех. Смотри, паладин, как вот он пишет, всем хай. Пыш-пыш, бах, это же Ваня, да? Или нет? Да, Ваня. Варенька. Нет. Вам плюсы в гильдии люди, добирай легче. Вот, спасибо, братан, спасибо за сумму.
Псы! Короче, я держу Войда, если что. Вы там держите остальных. Короче, Дарион далеко. Спасибо. Это... Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Ух, у танков медленно. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спрятался. Давай, да я тебя захилю, вой, ты че? Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритр. Алекс Стразов достойна к союзникам. Жаль, что придется прикончить. В самом начале ощутили присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Вот ты по протопаловское место помнишь? Сюда. Куда пятая?
нужно подойти. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Вот перед входом кинь мне ему. Да-да, с учетом. Стоит там под боссом. Да. Подними, если я пока спущусь, пока я заберу там сумку. Здорово. Долбите все, у нас лезвие. Если не хочешь склеить копыта, выйди с лужи.
Короче, этот самый, слышишь, Вой, там мне на билет начислишь ЕП. Этот самый, я сейчас вернусь. Для ГС обисано, да. Вот, что, еще одна РСК? А что, в ЦЛК идем или что?